Здравствуйте! Сегодня хочу показать свои часики из керамики. Вот эти вот часы у меня, смотрите, какие керамические, Gucci. Очень классно, они стоят сейчас, потому что я в данный момент их пока не ношу, надо их завести. Вот батареечку здесь надо. Вот такие вот часики, тоже как они настоящие. Тут все написано, сейчас покажу вам, расстегну. Удобно так одной рукой, вы не представляете даже, как мне показать-то. Не могу показать. Все отсвечивает. В общем, тут не покажешь, тут зеркальное все. Ну, написано же здесь вот, если увидите, видите, Gucci. Вот, вот такие вот. Натуральная керамика. Классные часики. Смотрятся очень хорошо на руке, эффектно. Вот следующие часики у меня тоже вот такие керамические. Радо фирма. Тоже дорогая. Такие вот. Тоже стоят, не ношу. Потому что батареечку вставить надо. Батарейка, они у меня уже не, как сказать, не первый год. Батареечка, она садится и надо вставлять новую батарейку, и тогда часики пойдут. Но так как я сейчас не ношу в данный момент, мне не надо. Я не стремлюсь, чтобы сделать. Ну, надо, в принципе, сделать. Так, дальше. Вот такие тоже. Только они со стразиками. Тоже фирма такая же, Радо. Хорошо видно, тоже керамика, очень классные. С этой стороны тоже там все расписано, видите, просто неудобно, ну, показать, оно отсвечивается. Часики настоящие, видите, в этих тоже. Я сейчас смогу показать вам. Там тоже написано. Вот. В общем, так. Следующие мои часики вот такие же белые, как вот эти вот черные, да, только белые. Тоже фирма Радо. Беленькие они как поменьше, поудобнее. Вот. Тоже написано там, чья фирма. Вот так вот, наверное, получше видно будет. Очень хорошие. Тоже стоят. И вот эти у меня часики. Сейчас покажу, какие. Как они тут называются-то? У них механизм, видите, как здесь. Они тоже не дешевые были. Я их тоже редко одеваю, но тоже там время подвести надо. Так вот, такой браслет, он как бы растягивается. Вот, симпатичная очень. Как фирма-то, господи. Сейчас вот здесь вот. Сфокусируется. Немецкая, по-моему, это фирма, или честно говоря, или не немецкая, но не знаю я. Мой муж знает. Или эти швейцарские. Я, честно говоря, не знаю. Я сильно в них не разбираюсь. Ну, то, что хорошее, это я знаю, что они хорошие. Классные. Ну вот. И вот эти вот у меня еще последние часы. Вот эти вот. Они со стразами. Они тоже классные. Так, а как они? Название их не посмотрю. Сама даже не помню. Они тоже вот так вот тут все написано. А вот да. Михель Курс. В общем, вот такие вот. Это тоже настоящие. Такой браслет.
Он не золотой, но он позолоченный. Тоже они не дешевые, эти часы были. Они дорогие. Вот так, как я их редко все ношу. Знаете, только купила. И вот, вот такое колечко я купила. Это браслет. Мне его подарили, честно говоря. Я его даже не покупала. Мне его подарили, потому что я купила часы. И вот это был как подарок. Это как серебро идет с этим, как он, с фианитом и с керамикой. Вот. Тут проба где-то стоит. Сейчас посмотрим. В общем, вот так вот. Так, сейчас найдем пробу. Еще не найдешь. В общем, есть проба. Такое вот колечко. Так, дальше хочу показать свои бусы из перли. Вот такие вот жемчужные перли. Они на магнитиках вот так вот. Такие вот. Что, Соня? Классно. Мне очень они нравятся. Красивенькие такие. Натуральные камушки. Ношу тоже редко это все. Потом вот такие сережечки. К ним, но они простенькие. Я их просто взяла, купила. Потому что, ну не знаю, понравились. Они недорого стоили. Тоже натуральные. Поэтому взяла. А такие штучки, закрывашечки есть. Я закрываю и все нормально. И вот к этому еще такой браслетик. Он на резиночке немножечко растягивается. Вот. Тоже сперли. Это как комплект шел. Вот это комплект. Потом такой у меня комплект шел. Тоже он на магнитиках. Он уже примагнитился. Такой браслетик. Это тоже натуральные перли. Темно-коричневые и светленькие. Но не поменьше. Видите, у них размер, насколько разница. Такой вот. Классные тоже. На таких магнитиках. Вот. И это тоже подвесочка такая. Ну, как гусики. Не подвесочка, а гусики. Можно сказать. Тоже натуральные. Ношу тоже редко. Лежат. Ну, вот так вот. Не написано ничего. Что-то нигде. Чьи они. Ничего не написано. Чья фирма. Ничего не понятно. Но я знаю, что это я в Германии покупала уже. Это как бы производство немецкое. Не знаю, я так думаю. Так, девочки, ну на этом все. Спасибо за внимание и всем пока-пока.